Из какой подвиг спалить, ничего не значит для меня картонно-бумажные чудо. Я хочу сказать несколько слов о Надежде Савченко. К сожалению, я лично знаком с российской следственной, судебной системой и системой карательной психиатрии. Честно говоря, мое мнение было, когда была Надежда подвергнута процедуре судебно-психиатрической экспертизы, я надеялся, что это приведет к ее освобождению в результате так называемого акта гуманизма. Между Украиной и Россией официальной войны нет, хотя фактически она есть, и официально нет военнопленных. Я надеялся, что будет проведена экспертиза и по ложному заключению, подтверждаю, она будет признана неадекватной и в качестве акта гуманизма будет передана Украине. Мол, заберите свою и разбирайтесь сами. К сожалению, этого не случилось. Я полагаю, что и уже другие меры были приняты российскими властями, и, к сожалению, в данный момент Надежда голодает. Я представляю, как сам побывавший в этих застенках, как ей тяжело. Я хочу выразить свою поддержку ей и всему народу Украины, и всему прогрессивному человечеству, которое встало на ее защиту, и сказать «Свободу Надежде Савченко!» «Свободу Надежде Савченко!»